Всем привет, друзья, меня зовут Николай, канал Black Games. Что ж, продолжаем проходить Shining Force 2 Ultra Mod. Так, сходил, воскресил. Апгрейд поднял, осталось только ты, да? Ой, как плохо. Как плохо, мне тебе целый уровень тут поднимать. А лучников-то у меня больше нет. Ладно, пошли спасать эльфа. Может, он будет получше, я потом статы сравню. What? Что такое? Ну? Опа, 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 опа. Смотри. О, прикольно, это же он похож на этого. Еще не фоксиди же был лучник в самом начале. Только я не помню, как его там звали. Блин, вылетел из головы. Ладно. Ты просто перекрашенный, такой же. Так, тут сейчас будут гарпии, ребята. Противные твари. Вот так сразу. Так сразу по всем, а? Кто мне нужен? Так, одна свалила. Опа, 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 опа. Я вас же манной задолблю. Точнее, магией. Ублюдки. Там и киви, и феникс еще. Ауру бы кому-нибудь. Шестой уровень, я обалдею. Не, надо добить. А, еще ты же есть. Хорошо вообще. Мистер Феникс. Вот это дэмэдж. А что, добьешь, нет? Охереть. Ух ты, Слайд, какой крутой. А это вам, ребятки, мой персональный подарочек. Минус нахер. Так, 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 так. На всякий пожарный. Так. Блин, надо хилки закупать. Хилки кончились. А чё ты можешь? Ну-ка. Чё, диспел? Ух, фриз. Так, тогда тебя сильно не это... Не выставляю. Ой, я подумал, вы закончились, суки. Здесь пол хп, сейчас гарпия и все, и он отъехал. И он еще так стоит, его кроме...
целительниц никем не полечить. Можно. Феникса. Угу. Не слабо. Лучше так, мне кажется. Да, лучше так. Почему все Слэй добьют? Нет, ну бляха-муха, ну хоть он успел уровень взять, но это... Вот сейчас, это обидно сейчас, это сейчас обидно было, да. Это сейчас было ой как обидно. Это сейчас было... Да ну что это такое, а? Как это называется? Это называется... Беспредел это называется. Ну почему ты кританула, тварь, а? Слабенько, слабенько, слабенько. О, зеленый. Такой же кривой мудак. Ебать. Мощно. Да что ж ты, бледина-то такая, а? Прощай, волк. Плохо качаются те, кто присоединился. Поздновато. Плохо. А еще эта рыба походит, сука, она еще не ходила. Да не это, вот это. Ой, проститутка. Атака 3, защита 2. Сдохни, а? Просто сдохни. Увернись. Ну так лучше будет. Овца тупая. Не, ну это то, что они так делают мне на руку. Хорош. Ой, заебла. Блин, надо было отойти, чё я остался на месте? Надо было отойти. Для ушницы гарпию оставил. Чтобы мозг медленно не компенсировал вот эту дрянь.
спасибо. Еще один моб. Ой, сука. Это бесит уже. Прощай. Ну, у тебя слишком большой уровень, ладно. Но вот это... Идиотские атаки, конечно. Тут еще два этих дебила. Ой-ой-ой. Пожалуйста, сдохни. Ух. Хорош, яха. Ну тебя в баню. Один. А лучница долго будет ходить. Ой, долго. Блин, я сагры толку. Где мы? Пиздец. Воу. Мощно. Ну ты мразь, а. Дошла докуда-то. Сука. Ну ладно, он тут был. Ну не бесполезен, кстати. А, раньше по двоим, блядь. Как же плохо-то все идет. Как все резко плохо начало складываться, а? Пизду, короче. Извиняюсь за мат, надо сносить. Не надо тянуть нахер эту прокачку долбаную. Господи, как вот эта дрянь меня бесит, а? А эта дрянь меня бесит еще больше. Ты же встанет, сука. Хорошо, что он встанет, кстати. Ой-ой-ой, куда летишь? Ага. Че я проиграю сейчас? Я никогда эту битву не проигрывал. Никогда. Вот реально никогда. Сколько играю, никогда не проиграл. Ну ты мог побольше ударить, проститутка ты. Доигрался? Да выебывался. На, получай. Плохо идет. Плохо, плохо, плохо. Ей-яй.
Что трот, а? Ну яха-яха, ну какой же ты мудак, а? Да... Слава богу, а. Поздно, друг мой, поздно. Поздно. Хотя ладно. А, тут же это еще проституция. А он не добьется. Он тухлятина. Опять два оставили, да что ж ты. Ну что-то совсем все плохо-то. Что-то совсем все печально. Тринадцать не снимет. А вот двушечку вполне. Есть. Блин, Свейда потерял еще, конечно, не вовремя. Да, вот это я народу потерял. Полный пиздец. Не, ну от такого не уклониться, конечно. Есть, четвертый. Хорошо. Блять, как обрулил, а? Собака. У меня просто подгорает от того, я что я невнимательный. Да, я признаю, но я тороплюсь куда-то. Куда тороплюсь, непонятно. Оп, седьмой. Прощай. Пес. Не, ну Гьян что-то совсем никчемен. Ай-яй-яй! Не, вы уроды, конечно, мага, не злить. Маг тут зарешал. Спасибо, Наташка. А это опять, сука, хилит, анонист. Тебя же кончится манна. Блин, это жестко. Так, хиль себя, ну тебя нахер. Хрен игра мне сказала, да? Угу. Это твой последний каст. А, толк. Толк теперь от тебя, на! Но можно два раза стукнуть, нет? Всю ману сжег, просто весь полтос.
Да сколько можно хилить? Сколько можно хилить, сучёныш? Он меня бесит. Восьмерочку. Хиль себя, чувак, не беси меня. Фига себе она. Ну и сколько ты отнимешь, проститутка? Япона, мать. Это, блядь, что? Это что сейчас такое, твою мать, было? Нет, реально, это что сейчас было? Вы что, совсем там охерели, что ли? Я все понимаю, конечно, но не до такой же жестокости все усложнять. Ладно, я ее сейчас добью, но я с большими потерями. Очень с большими потерями. Это ее такая атака с руки, что ли? Да ты совсем гонишь, что ли? Да, это было сложненько. Шейд, да, шейд, лучник, точно. Ты, наверное, покруче будешь, хотя хер знает, но тебя можно сразу в танк хернуть. Снайпер. А, ты уже апгрейднутый, походу. Ты уже апгрейднутый, да? Третий уровень, 49. 43, но я тебе сейчас апгрейд сделаю. Надо пройти обратно в город сейчас. Ой-ой-ой. Сейчас, наверное, кентавра уберу. Пускай два лучника будут. А почему нет, да? А у тебя сразу нормальные стрелы? Да. Вот это хорошо. Чтобы не бегать. А почему нет? Никчемный кентавр. Мудак. И нормальный лучник. Вполне. Да, народу полегло, конечно. Народу полегло. Жестоко. Очень жестоко. Так, промо. ПВНТ. Сейчас мы никчемного кентавра нахер шлем тогда. Ну, даже сравнить, если. 45, 26, 8. Ну да, подвижность хуже. Хотя у него... Блин, ну это лучник, у него дальность. Нет, я, наверное, лучник, два лучника оставлю. А там будет видно. Так, кстати, экипировочка. 52, хорошо.
Ну да, они будут примерно одинаковые, но лучники полезнее, дальний бой. Вот так вот. Да не хотел я сюда заходить. Блин, он меня сейчас откинет опять назад. Я время и так теряю записи, ребята. И главное, еще не ходит. Он сейчас самый последний будет ходить. Вот посмотрите, вот самый последний. Надо же, нет. А, вот куда меня выкинуло, ну окей. Окей, я здесь пройду. Я тут пройду, ладно. Не обманите меня, собаки. Пошлите в бой. Кстати, там сейчас яблоко должно лежать. Кому бы его дать? А лучницы и дам, наверное. Не тебе, а вот который первого уровня. Давай, 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 давай. Открывай, 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 открывай. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Это мне. Ангел Винг, серьезно, могли бы что-нибудь получше положить. Имею в виду, кто мод делал. Можно же менять содержимое сундуков? Если да, то могли бы. Нахер этот Ангел Винг нужен? Положили бы что-нибудь полезное. ХП защита. Агилити. А так нет, да? Ладно, ок. 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 Это Слейда просто завалили в самом начале. Вот и херовый бой был. Ладно, поехали. Надо сыграть этот бой и закончить. Ой, скелетик. Давайте, 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 давайте. Нет, только не это, только не разделение отряда. Ебать, магов. А где вторая пачка? А, ну в принципе, ладно, я сейчас тут добегу. Окольными путями. Я не буду, нет, 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 ни в коем случае. Нет, 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 нет. Ах ты ж мразь. Это что такое сейчас было? Так, ну они довольно далеко. Они довольно далеко. Ну что-то магов тут пиздецки много. Да ты прямо ху-ху-ху. Ху-ху-ху. Тебя только так, что ли? Сложные ребята. Не, ну тот не кроме. Ай, что-то ты слишком сильно пошел. Я хотел сказать, никто особо не дойдет. Блин, гьяну апнется когда-нибудь уже, нет? Ну сколько, а ты? Мало. Мало. Так, ну тут мы сразу. Сразу. Нахер. О!
Вот. Оп. Залез из-за гор, выбежал Суэйд. Да, Белиалник темный тоже тут. А вот эти сучки, они жестокие. Их. Не будем материться, скажем, много. Много их. Ах ты ж мразь. Целителя второго нужно. Целителя. А кого менять? ХЗ. А кого менять? ХЗ. Блин, там волк сейчас подохнет. Но киви тоже. Может, киви уберу потом. Но у него магия. Волка надо закрыть. Хотя тут закрывай, не закрывай. Может, у тебя есть хил? Херил. Ладно, закрой его пока. Пятый возьмешь? Есть. Не, ну Феникс-то понятно, он крут. Иди отсюда. Иди принимай. Сложные бои пошли. Ничего не скажешь. И у тебя нет. Ну у тебя есть банка, но вот она большая, я ее тратить не хочу. Все эти покончались. Пора уже брать, которые по 30 хп восстанавливают. Это не дело. На одном хиллере, конечно, выезжать тяжело. Можно сказать, практически нереально. Ну давай, покажи свою броню. Нормально. Блин, волк первого уровня. И хп мало. Может быть, даже я его и уберу. Скажи, почему ты такой мудак, а? Учись, щенок. Я думал, волку ударит, честное слово. Не, яху убирать нельзя, яху хорошо бронирован. А это мушник еще. Учитесь, сынки, сказал Суэйд, из двух ударов зарубил. Просто орка. С двух, твою мать, ударов. Не, ну это атаки, конечно, вообще никакущие. Блин, одни орки везде. Не, ну что это такое? Если Суэйд снимает там по двадцатки, а эти никчемные псы.
Да я еще на них что-то говорил. Что у меня какой-то пати танков. Яха, Гьян, Киви. Так, одна подошла. Ой, это как их тут много. Господи Иисусе. Нет, тут без скилла вообще Unreal, походу, играть. Ты серьезно? Ладно. Что делать-то? Но мне надо этих мразей бить, иначе я не вывезу. Yep. Хорош. Черт, и встать никак нельзя, чтобы не ударили. А толку больше бить некого. Это не атаки, это полный пиздец. Решил добить, то будет ему глаза тут мозолить. Так, Феникс, ты ж крутой. Ты крутой, я в тебя верю. Даже он всего 18 отнял. Атаки не дают, атаки не дают. Ну давай, крутой парень. Надо было эту дрянь добивать. Хотя ладно, тут танкует. Ну не убьешь же. О, надо добивать. Добьешь, добей, пожалуйста. Ну добей, пожалуйста, ну. Ну что ты такой никчемный, мразь, а? Васюша, добей, пожалуйста. Ладно, минус одна. Сейчас Суэйда опять убьют. У него мало здоровья. Прощай. А, вот твоя нормальная атака. А тогда на что использовал, я просто понять не могу. Надо. У него атаки мощные. Ну, сучёныш, а? Как же сложно что-то, а? Thank you.
Какая ты плотная, а? Бью, бесполезно. Спасибо, Свейт. 4 магии дали, замечательно. Всем поддохнешь. А он не добьет. Мудень просто. А сейчас хиллер полечит. Хрень тебе, мразь. Тебя. Ты тут меня бесишь. Ну это никчемные атаки, конечно. Ой, как же все туго и нудно проходит. Что-то бой какой-то нудный, пиздец. После других слов не подберешь. Нудный. Мудный. Прощай. И ты прощай. Их опять тут двое. Сильная атака. Нет, херня, ладно. Как ты заебал. Вот честно, эта пушка меня вообще бесит. Какие же вы плотные все-таки, а? Вот ты ее бьешь. Подойдет целитель и отхилит ее. Давай, Еха, просто завали эту дрянь. Спасибо. Яй-яй-яй. Обидно сейчас с того, что-то мне прям. Никто не добьет, кстати. А, нет, добьют. Ладно. Что ты тут не мешала мне, дрянь. Там еще скелет идет. Ладно, их осталось не так много. Ой, сейчас повезло как. А толку он похилит же, мразь. Но он ход потратит. Или не будет он хилить. Себя хиль, падла. Ладно, кто-то один из них подохнет. Это она, хорошо. Там волк еще живой, я в шоке.
Да, наушники полезны, конечно. Молодца. Два уровня апнуло. А, один. Ладно. Эх. Прощай. Жив, хорош. Блин, как же долго это. Я уже сам задался, длинный выпуск будет. Задрал уже это проходить. О, как раз подошел ты вовремя, друг. На подарок. И там еще одна такая. Я уже заговариваюсь. Сколько отнимешь? Чё, кастовать не могу? Херня, пофиг вообще. Вообще похер. Я думал, ты мудень. А только три. Это заявочка. Вот же ж мразь, его хватит. Ну ты ж такой бесполезный, сука. Ну ты же просто пху. Тебе даже опыта уже не дают, сдохни. То была мода оставлять единичку, теперь двойку, да? Я понял. Главного держим с полным здоровьем. Давай уже, пора. На 10 уровне, походу. Прощай. Тридцаточку. Так, а колечко осталось у этой дряни. Спасибо. Скелет тут главный, я помню. Ах ты ж падаль. Я хотел шахматы сделать, а она аж вон куда достает. Этим ходом она себя приговорила, падаль. Я тебя сейчас всей толпой просто разнесу. Ну, кто-нибудь может ударить два раза, пожалуйста? Два раза, плиз. Больше ничего не прошу. Два удара еще. Ну все, прощай. Кто-нибудь из лучников сходит же. Так, ты отвлекаешь его. Не, вот эта девка, она прям, смотрю, стала хорошо. Она прям вовремя успевает.
Да, бронированные мрази, скелетики-то. Так, этот лечится. Я пока скелета побью. Блин, надо забыл волка полечить. Просто уже задолбался играть. Слишком долгая серия получится. Очень нудные бои какие-то. Нудные, плюс еще долгие. Эх, чуть-чуть не вытянул. А мог. Еще разок. Ну, кто-нибудь стрельнет из моих два раза. Давай, сдохни уже. Че, все, отъезжаешь? Куда ты денешься, друг ты мой? Фух, это закончилось, господи. Ладно, ребята, сейчас после диалога давайте закончим, потому что это очень долго, очень нудно и очень геморно было. Let's go, да, но в следующей серии. Так что подписывайтесь на канал, ребята, ставьте лайки, комментируйте. И всем до встречи в следующей серии. И всем пока.